ключи от 30 газелей и 5 реанимобилей «Фиат», оснащенных самым современным медицинским оборудованием, губернатор Николай Денин вручил водителям городской станции скорой помощи. Церемония передачи машин прошла на Театральной площади. Автомобили приобретены за счет средств областного бюджета. Регион выделил на это 50 миллионов рублей. Вы находитесь на переднем крае борьбы за народное здоровье. И мы постараемся сделать то, чтобы условия и для вас были созданы. В этом году предусматривается выделить из всех источников финансирования для работы вашей службы в пределах 300 миллионов рублей. 50 миллионов рублей, результат вы уже видите, они выделены, и на них уже приобрели 35 автомобилей. Городская станция скорой медицинской помощи получила первую партию новых автомобилей. В будущем году, пообещал губернатор, областной бюджет поможет с приобретением еще 20 машин. Таким образом, автопарк скорых будет полностью обновлен. Случай, когда в областном центре за 2 года заменят все автомобили скорой помощи, в департаменте здравоохранения считают беспрецедентным для российских регионов. Большое спасибо хочу сказать всем руководителям. Большое спасибо хочу сказать Николаю Васильевичу Денину. Большое спасибо всем тем, кто принимал участие и сделал для нас вот такой праздник. У нас есть теперь комфортные условия, у нас есть желание, и мы готовы работать и оказывать качественную, быструю, специализированную, квалифицированную медицинскую помощь. Сегодня скорую помощь жителям Брянска ежедневно оказывают 44 бригады. Ежегодно они выезжают более чем на 190 тысяч вызовов. Обновление автопарка, считают на станции, позволит улучшить качество работы и сократить время прибытия бригад к больным. Елена Бочкарева, Александр Егоров. События Брянск.